Доброе утро! С вами, как всегда, канал «Дедовский метод». И сейчас хочу вам показать свои сборы на небольшую халтурку. Поеду автомобилем. Сразу скажу, договорился за 50 баксов. А плитки ложить буквально метр квадратный. Но я беру свой цемент, свой песок, плиткорез, уровень, ну все, беру весь инструмент. То есть за такие работы никто не берется. Потому что это, ну, метр, если, допустим, там сейчас я не знаю, какие расценки. Я просто тупо сказал, 50 баксов, все, добро, делай. Может, там 20 долларов метр стоит, не знаю, может, 30. Не буду утверждать. Но факт того, что я считаю, выбрал для себя нормальную цену. Поэтому еду автомобилем, потому что вот такой гармидер я не могу вывести руками, правильно? Да и транспортом общественным ездить — это глупости все. Потому что беру дрель, повторюсь, песок, цемент, плиткорез. Да, еще вот такую планку взял, там нужно линолеум будет придавить. Здесь у меня взял такой чемоданчик. Он практически пустой, но вот в нем есть, видите, рулетка, дюбеля, саморезы. Вот именно под вот эту планку. Отвертка. И поэтому дрель беру. То есть это еще плюс к этой работе. Ну, там планку эту прибить, это 3 секунды. Ударной дрелью справлюсь. Просто я показываю то, что вот от таких работ все отказываются, я берусь. Но вот такую сумму оговариваю. Это мне окупит и цемент. Цемент это меня как бы купил, он есть у меня. Там 3 жмени цементу нужно, это ерунда. А вот бензин, да, я заправлюсь на эти деньги. И что-то еще останется. И как бы побываю в свете, увижу людей. Уже на даче здесь сижу долго. Так что вот поэтому и беру за эту работу. Да, я, как, может, знаете, пенсионер на пенсии. И мне это вполне нормальная работа. Потому что смотрю, там на рынок езжу, там стоят также на четверках. Мужики, доставка. Не знаю, что они там зарабатывают, но вот то же самое, пенсионеры так подрабатывают. Но я считаю, я должен вот так подрабатывать. Это нормально. Да, еще, вот видите, я... Автомобиль накрыт такой, жена сшила мне тряпки, я ими не пользовался, а это начал пользоваться. Почему? Потому что вот когда работал, пилил, строгал, здесь пыли, ужас, вот так может даже видно еще. Вот смотрите, вот здесь, не ви, вот видно здесь, вот видно там, пыли полно. Вот садится на автомобиль, видите? А так она не садится на автомобиль. Вот и все. Почему ветошь? Рекомендую многим так в мастерской накрывать автомобиль. Вот такой мой короткий ролик. Многие скажут ни о чем. А многие задумаются. Потому что вот такие работы очень мелкие, но трудоемкие по материалу, по инструменту, который нужно вести и там заносить на этаж, выносить с этажей и прочее. Все на этом. Жду комментариев от профессионалов, которые занимаются такими работами. Вот интересно, за какие деньги вы беретесь или не беретесь вообще? Потому что знаю, что многие все отказываются и не берутся. Но жду комментариев. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.